Сотрудники Госавтотехнадзора совместно с районной администрацией провели рейд в районе Каширского шоссе и деревни Горки, в результате которого было ликвидировано более 30 незаконно установленных рекламных конструкций. Очень много информационных средств, размещенных на нестационарных объектах вдоль дорог, чтобы привлечь потребителя. Очень много рекламного мусора на знаках дорожных, очень много листовок, баннеров, вот именно для привлечения покупателей. Сотрудники Госавтотехнадзора постоянно мониторят ситуацию, выявляя новые нелегальные рекламные объекты. Выдаются предписания. Чаще всего предприниматели идут, как говорится, на контакт. Они знают, что это нарушение законодательства, и сами демонтируют рекламу свою. В ином случае демонтаж проводят работники Дорсервиса. За данное нарушение предусмотрены штрафы – 80 тысяч рублей для юридических лиц и 8 тысяч для физических. По словам Виктории Ильиной, повторные нарушения случаются, но не часто.